что называется, добродились. Наткнулись на здоровенную деревню. Сейчас попробуем тут всех шугануть динамитом и посмотрим, сколько их тут. Надеюсь, что нас не сожрут. Короче, мы еле ноги унесли с этой деревни людоедов. Они там просто кишат друг на друге. А кидать динамит — это вообще плохая идея, потому что они постоянно перемещаются и не стоят никогда на одном месте. Но сейчас мы идем с тобой спасать Джеки, потому что ему удрать не получилось. Джеки в этом доме. Сейчас попробуем его оттуда вытащить, хотя... Вон они, эти твари, стоят. Зараза. Их там много, а я один. И с каким-то тупым топором. С перышками. Что делать? Ну, кроме как отпугнуть их динамитом, я больше ничего не вижу. Джеки! Джеки, ты меня слышишь? Я здесь. Ой, ёкарный. Здрасте. Я тут за товарищем с вами пришел. Блин, как вас там много, а? Динамит не хотите отведать? У меня свеженький. Главное, чтобы Джеки не зацепила. Ого, защемились. Держите, парни. Давай, давай, Джеки, вставай, пока нас тут вместе не сожрали. Бежим. Ой, ё-моё. Как ты видишь, все обошлось. Мы сбежали. Сейчас быстренько подлатаем раны и домой. Не дошли мы до дома. Наткнулись на какую-то пещеру. Стало любопытно, и мы решили спуститься. Вдруг здесь есть следы моего сынка. Джеки, кажется, здесь есть проход. Надо бы подорвать. Ну чё, ты готов? Закрывай уши. О, хорошо пошла. Ну и шо, Джеки, ты готов к новому неизведанному? Главное, чтобы это неизведанное не привело нас к людоедам. Черт подери, сколько черепков. Что-то мне это уже не нравится. Джеки, доставай еще динамит. Тут второй завал, надо бы его тоже подорвать. Знатно так уж закладывает. Ну чё, пошли? Угу, есть кто дома? Тут гости пришли. Блин, как темно. Ни шиша не видно даже с факелом. Джеки, ты это видишь? Глянь, сколько на полу мяса. Ты слышал? Кажется, кто-то рыгнул. Когда мы уже наконец фонарик-то найдем? Джеки, не кажется ли там кто-то есть впереди? Попадос. Короче, надо тырить бумажку и валить отсюда. Не бойся, просто поверь. Джеки! Вот зараза! Бежим отсюда! Слушай, ну, вроде бы он безобидный. Блёд! Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Чё смотришь, чешем отсюда. У Джеки появилась гениальная идея смастерить огненные стрелы и поджарить к чёртовой бабушке этого жарабаса. Спокойствие. Главное — спокойствие. Зажигаем снаряд. А жаробас уже тут рядышком, вон он. Поджарься, как куричка гриль. Хорошо горит, кстати. Но, ой!
Джеки, вали его! Ах ты, скотина! Ни черта! Обидно! Джеки! Выручай! Мне плохо! Что он там делает со мной? Джеки, ты здесь? Это ты? А ништяк! Я снова в строю! Правда, ослеп? Свету! Ой, Яшеньки, не такой свет я просил! Весь в кровище. Ну чё, Джеки, пойдем добьем этого жрабаса. Мутанта. Ура! Победа! Мы одержали победу над этим мутантом. Заберем его кожу. Будет как броня. Но с топорами на таких чудищ, конечно, бежать очень опасно. В этой пещере оказалась куча коробок с динамитом и шашками. Это очень полезно. А еще тут куча спасательных кругов. Джеки, что там у тебя? Журнальчик и кассета. Журнал называется «Ниже линии». Ого, веревок сколько. Сюда еще, кстати, каким-то макаром лодку затащили. Это, кстати, спасательный круг. Таких тут просто куча. Где-то тут стенка была из них. Ну все, пещерку мы эту зачистили. Я думаю, что сейчас мы вылезем на поверхность и будет нам счастье. Погоди-ка. А что это там бликует? Это скалолаз? Ёкарный. Жуть какая. Не повезло, парниши. Не вылезли мы из пещеры. Мы поднялись на второй ярус. Здесь куча палаток и каких-то чемоданчиков. Тоже с шашками. Шоколад. Сколько здесь шоколадок валяется. Райские наслаждения. Сегодня объемся. Смотри-ка, тут рисуночек какой-то есть среди палаток. Что это такое? Похоже на башню какую-то. Вылезли с пещеры и наткнулись на здоровенные контейнеры. В них очень много коробок. Какая-то записочка. Похоже на накладную, слушай. Мол, в этих контейнерах переводится столько-то, того-то-то. В общем, здесь в основном микросхемы. Как ты видишь, огромное стекло. И ничего отдельного больше. В общем, в контейнерах перевозили микросхемы. Кажется, я замерзаю. Что это за фигня? Решили прямо на пляже сколотить шалашик и переночевать. Отходим. Ща рванет. Шикарно. Нашли мы тут какой-то клад. Что там? Детали от ствола, пульки, черепок и часы. Нашли пещеру, которая вывела нас к кратеру. Чуть пониже, чем мы были ранее. Тут есть палатки, деревяшки. Короче, здесь был лагерь. Скорее всего, археологический. В коробках ни шиша нет. Смотри, кажется, там фото. Точно. О, возле этого дерева как раз мы сегодня подрывали. И там нашли часть пистолета. Ладно, Джеки, пошли дальше. Похоже, что нам в это ущелье. Опять какой-то месиво. Что за дела? Надо ж было угораздить упасть именно на этот остров. Это же бензопила! О мой гарбл, Джеки! Мы нашли бензопилу! Наконец-то есть на что тратить бензик.
Теперь можно забыть про рубку деревьев. Обалдеть. О-о-о! Теперь все будут шугаться от этого звука. Джеки, мне кажется, что я тут кого-то слышал. Здесь явно кто-то... Ядрён батон!